Мам, а что это? Твой soulmate запретил тебе есть этот продукт. Но что это? Я сама не знаю, что это такое. Но что мне тогда есть? Тебе придется есть только картошку, Най. А когда тебе исполнится 18 лет, мы узнаем, что это за продукт. Так, ребята, сегодня вы должны сказать мне под запись, что вам есть нельзя. Мне нельзя есть баклажан. А мне нельзя хек. А мне свиное рыльце. Я не знаю, что это за слово, и мама не знает, поэтому я ем только картошку. Девочки, я всех угощаю тортиком, котлетками, тарталетками. Ой, Най, тебе же нельзя. Ты специально каждый день шведский стол с собой таскаешь. Ага, чтобы ты соленки пускала. Даже мне уже интересно, что это за продукт у тебя такой? Думаешь, мне не интересно, что это за слово? Так ты возьми и спроси у soulmate-то, чего тянешь? Каким образом я у него спрошу, я даже не знаю, кто он. Ты что, завтра же ты сможешь выбрать продукт, который нельзя есть ему? Мам, слушай, вот ты не знаешь, как найти мне моего soulmate-а? Ты можешь выбрать продукт, который нельзя есть своему soulmate-у. И как мне поможет это его найти? На самом деле очень просто, выбери что-нибудь экстравагантное. Вы можете выбрать продукт для soulmate, который ему никогда и нельзя будет есть. Выберите его из списка. Теперь ты никогда не захлебнешься. Девочки, вы не знаете, кто сегодня из наших не может пить воду? Ой, я видела, что Пейтон вроде подавился. Иди спроси у него. Пейтон, ты подавился? Да, Ная, вот теперь я именно и подавился. Чё тебе надо от меня? Я просто думала, что ты не можешь пить воду. Ага, если и дальше тут продолжишь стоять, точно не смогу. Не Пейтон, ну кто он тогда? Не знаю, Кэти, может быть, он вообще не из нашей школы. Слушай, ты ему выбрала воду, не боишься, что он тебя отомстит? Да я не думаю, что он рискнет. Ваше задание обновлено.